Челябинске предлагают создать аллею героев Отечества. С такой просьбой матери и вдовы героев России сегодня обратились к депутатам законодательного собрания. В ближайшее время парламентарии обсудят, каким будет монумент и где его разместят. С учетом пожелания активистов. Подробности в нашем репортаже. Душевной теплоты, здоровья, в первую очередь, благополучия. Прием матерей и вдов погибших героев Отечества открывает Юрий Карликанов. Первый заместитель председателя законодательного собрания поздравляет собравшихся с 8 марта. Встреча традиционная, проходит каждый год. Для женщин это возможность рассказать о своих проблемах и попросить депутатов о помощи. Ведь мужья и сыновья их погибли при исполнении. У нас уже сегодня 10-я юбилейная встреча. Она, конечно, прошла в очень такой теплой, дружественной обстановке. Я думаю, что запомнится им на целый год. Мы обсуждали все проблемы достаточно открыто. И они сказали, что вот мы не можем жаловаться сегодня на государство, о той заботе, которую проявляет государство по отношению к нам. Вот, мы очень благодарны. Среди приглашенных вдова Героя России Светлана Кислова. Ее муж в 2000-м был назначен военным комендантом в Чечне. Под его руководством провели 56 спецопераций. Были уничтожены 6 тонн взрывчатки. Изъяты свыше 100 килограммов наркотиков. Остановлен незаконный оборот бензина. Во время одной из таких спецопераций Сергей Кислов получил смертельное ранение. В него сразу с пистолета Стечкина одним нажатием выпускает 20 пуль. И вот одна из пуль была смертельная, которая попала в шею. Вообще он был в бронежилете, но никогда не прятал своего лица. Он всегда шел открыто и не боялся. Говорил, что мы пришли в Чечню, и мир будет на этой земле. На этой встрече женщины озвучивают только одну просьбу, для них самую важную. Предлагают создать в Челябинске аллею героев России. Установить там один памятник, символизирующий всех героев, и указать их имена. Либо установить бюсты для каждого из героев. Возле Вечного огня высечены имена героев Великой Отечественной. Возле памятника солдатам правопорядка, погибшим полицейским. Но для героев России отдельного мемориала нет. Взять за пример, женщины предлагают Чебаркуль. Там установлены 16 бюстов героям Советского Союза и бойцам Великой Отечественной. Есть какие-то другие территории, где увековечены уже имена их сыновей, героев, где они куда не уезжают со своего постоянного места жительства. А там, где они родились, где сегодня проживают их жены и матери, сегодня нет того места, где конкретно была бы привязка к данному человеку. Эту идею депутаты поддержали, но теперь нужно будет проработать детали. Этим займется спецкомиссия. В нее войдут и депутаты, и вдовы, и архитекторы. Вместе они решат, где лучше разместить аллею и какой облик ей придать. Дарья Шведова, Айдар Насыров, ОТВ.